закриють або актуалізують. Я хочу пана Дениса Невідомського почути про перспективи справи. Зараз нас її закрили, але при цьому РНБО кажуть, ми заслухаємо представника НАБУ. Тобто винним роблять в даному випадку НАБУ. Які перспективи? Її знову розпочнуть, відкриють, заслухавши представника НАБУ. Чи закриють вже назавжди? За 4 года дело не расследовалось. 4 года это было предметом торга. Тут есть интересы кого угодно. Коломойского, Ахметова, там, тех бенефициаров, которые это все делали. Только все это за счет народа Украины. Действительно, да. Люди продолжали платить за это все. Кто-то за свои прокладки выводил деньги в офшоры, а сейчас оказались у разбитого корыта. Да, УПК принят таким образом, что если истекают сроки досудебного расследования, никому не предъявлено подозрение, дело не направлено в суд с обвинительным актом, дело закрывается. Любое дело, хоть о банальной драке на улице, ФАК в парламенте или Роттердам плюс. Разницы нет никакой. Все, что делали в этот период расследования, торговались и к этому пришли. То есть, уважаемый экс-генпрокурора, ну, неужели вчера он прозрел, чьи интересы там столкнулись? Неужели только сейчас ему стало противно быть орудием в чьих-то руках? Ну, он же прекрасно понимал, что, участвуя в этом деле, он либо одной подыгрывает стороне, либо другой. Да, это можно признать, что сейчас он поступил правильно с точки зрения, ну, человека и юриста, что он решил выйти из этих торгов. Но он вышел уже из них тогда, когда дело уже не будет расследовано и доведено до суда никогда, ни при каких условиях. Мы уже все заплатили, все счета оплачены, у нас в карманах уже дырка, у всех украинцев.